Новая угроза краснокнижным животным. На границе земли леопарда разгорелся пожар. Огромное пламя появилось возле поселка Рязановка. Дым успел дойти даже до Владивостока. Инспекторы целые сутки держали оборону, благодаря чему огонь не смог проникнуть на территорию национального парка. Сейчас амурские тигры и дальневосточные леопарды в безопасности. Как отмечают специалисты, причиной происшествия мог стать поджог. Чаще всего возгорания в осенний период случаются из-за неосторожного обращения с огнем на огородных участках. Ветер перебрасывает пламя на сухую траву и листву соседних территорий. Так образуется пожар, создающий серьезные проблемы людям и окружающей среде. В руководстве нацпарка об этом знают не понаслышке, поэтому на земле леопарда восстановлено более 200 километров минерализированных полос, а техника и оборудование приведены в повышенную готовность. Дирекция земли леопарда просит проявлять особую осторожность при обращении с огнем на своих участках и в лесу. Олег Завьялов, Кирилл Самойлов, новости на Восьмом.